みなさんこんばんは。新ゲーム番組勝者山本義明へようこそ。第1回の最高賞は一人に5人ペチャラなナオという番組でスターチームが6万ルーブル損失、そして最終問題正解を含む回からのお金をペチャラなナオのジャックポットに追加でございます。その回の放送日は2019年10月26日、2021年3月13日と6月19日、2022年5月7日、2023年5月6日、そして2024年2月17日、3月23日と6月22日でございます。ということで、ボーナスステージ優勝なら、ベテランのボのジャックポットが48万ルーブル増えられます。Добрый вечер, уважаемые телезрители! Приглашаем вас на новую телеигру «Победитель Йошиаки Ямамото». Главный приз первого выпуска – добавление денег из выпусков, где звездная команда проигрывала по 60 тысяч рублей от 3 проигрышей из 5, но со взятым финальным вопросом в джекпот шоу «Пятеро на одного». Даты эфиров: 26 октября 2019, 13 марта и 19 июня 2021, 7 мая 2022, 6 мая 2023, а также 17 февраля, 23 марта и 22 июня 2024 года. Это все означает, что в случае победы в бонусном туре джекпот 5 на 1 пополнится на 480 тысяч рублей.